Костюмы, реквизит и декорации практически готовы. Основные репетиции позади. Ивановский театр драмы готовится к началу 83-го сезона. Последний штрих – примерка главных уборов перед премьерой. Откроется сезон 17 сентября лавиной, одноактным спектаклем по пьесе турецкого драматурга Тунджера Джудженоглу в постановке Алексея Ларичева. Действие пьесы происходит в небольшой горной деревне. Ни у кого нету ни имени, ни фамилии, ни рода, ни племени. То есть это некое такое поселение в горах, которое находится в таких условиях, что 9 месяцев в году у них над ними находится эта лавина. Вот. То есть постоянная угроза схода лавины. И они вынуждены жить в этих условиях, и они не могут ни громко разговаривать, ни смеяться. И только 3 месяца в году все оживает, ликует, радуется. Тамара Лимонова и Антон Попов исполняют ведущие роли в спектакле. По сценарию это пара молодых влюбленных, у которых должен родиться малыш. За 2 дня до, как сказать, вот вроде этого периода уже, да, безопасного вроде бы все начинается хорошо. Схватки у моей супруги. Да. И вот оттуда начинается вся история плясать. А малыш начинает шевелиться, ему хочется увидеть мир. Вот. И как бы и тут начинается самое интересное, выбор на этом мы оставим людей. Интригу, не будем рассказывать всех секретов и тайн. Жизнь под гнетом страхов накладывает на обитателей деревни свой отпечаток. Под давлением обстоятельств каждый из них делает свой выбор. История, которая там рассказана, она, в общем, для всех, потому что страх, который мы часто переживаем, он живет и в маленьких людях, и в больших людях, и в старых, и в средних, и в каких угодно. Потому что страх – это свойство человека. И избавиться от этого страха – это, наверное, желание каждого. Спектакль скорее о преодолении, о рождении человеческого в человеке. О рождении какого-то… о преодолении, наверное… какой-то низменности. Новый театральный сезон драматического театра откроется не на родной сцене, а в стенах Ивановской государственной филармонии. Там артисты отыграют 4 премьерных спектакля. Начать сезон в привычной обстановке артистам не позволяет комплексное обследование фундамента и несущих конструкций Ивановского дворца искусств. Состояние здания вызывает беспокойство у властей. Из-за возможной опасности доступ временно ограничен. Полноценная работа всех 3 ивановских театров нарушена. Приходится проводить репетиции на других площадках и часто выезжать на гастроли. Очень много выездных спектаклей до начала ноября. В ноябре наша судьба будет решаться в начале, и уже будем планировать как-то жизнь дальше, в зависимости от решения правительства области. По мнению режиссера, постановка, конечно, потеряет от того, что будет сыграно на другой сцене. Тем не менее, труппа театра постарается сделать все возможное, чтобы зрители получили удовольствие от увиденного. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.